Приветствую вас на канале Asmodeeplay. Мы продолжаем играть в Ведьмак 1. Итак, мы заходим сейчас к последнему уважаемому там, гражданину, жителю, кто он там. Надо у него миссию выполнить. Дом Харена. Все. Где что можно еще жить со шкаф? Это что? Против не людей. Все. Так, читаем. Изучили. Ой, она мне не нужна будет, они сейчас от меня разбегаться начнут. Приветствую, Милздарь. А ты? Харен Брок, торговец и посредник к вашим услугам. Что привело сюда ведьмака? Что ты продаешь? Полагаю, тебя прислал преподобный? Да. Конечно. И почему, интересно, я тебе не верю? Показать. Убедился. Символ вечного огня. Подарок от преподобного. Услуги ведьмака я нашел. Так. Меня прислал преподобный. Он считает, что тебе могут понадобиться услуги ведьмака. Так и есть. По ночам из реки выходят мертвецы. От воды веет жутким холодом. Меня всего сводит. Помоги мне. Денег я не пожалею. Я помогу тебе. Если ты ищешь саламандр, ты ищешь неприятность. Но это не мое дело. Я согласен. Нежить. Мало того, что распугивают моих людей, так еще и ящики с товаром портят. Я нашел эти необычные кости. Эй, стой! Прекрати ими хочешь, так чтобы размахивать. У нас обоих были хочешь, неприятности? Ты, святой, боишься попасть за решетку? Да у тебя почти весь товар контрабандный. Инстинкт самосохранения. Предпочитаю слишком сильно не светиться. Преподобный эту игру ненавидит. Так ты знаешь, что... Этого я не говорил. Их изготовили не люди, это очевидно. К тому же это работа не людей. К тому же это работа не людей, и здесь попахивает риском. Что ж. Чем ты так? Практически всем. Но сейчас тяжелые времена. Позволь взглянуть. Желание клиента — закон. Так. Вот это стальной термский меч. Так, боя против людей на большинство чудовищ не действует. Вот, 5 до 15. А тут даже и не показан, сколько, кстати, урон. Ну, вот этот. Вот так. Вроде бы все. Так, этот камень я тебе не продам. Эта брошь тебе не нужна. Так, высокая основа для бомб. Смазки меча. Это у меня пока все есть. Ладно, пойдемте. Вы хренакивать утопцев. Так, я снял себя? Снял. Ну как-то ты быстро носишься. Давай, куда? Нам туда, наверное.
Сюда? Если не сюда, то в другую сторону. Ладно. Меч обратно. Ну ты бежишь-то, да. Все. Ну давай. Так. Взять все. Где-то еще кто-то должен быть. Чечевица. Чемица или кто она там? Чемирица. На. Вот так. Все, задание обновлено. Кедмил Хавкаарен, приветствую вас. Найнтхойне. Это немец, что ли? Тебе нас не запугать, ведьмак. Где Харен Брок? Он обещал нам. У него должен быть для нас товар от говенкаров. Спокойно. Харен ничего о вас не говорил. Я охотился на утопцев. Вартел Найн, ты не Айн Сейдхе, но и не мерзкий Дхойне. Ты нам не враг. Мы просто заберем оружие и уйдем с миром. Забираем. Это товар Харена. Прости, Айн Сейдхе, но я не позволю тебе и близко подойти к этим ящикам. Слушай меня внимательно, Ватхерн. В нашем отряде 20 эльфов. Наши братья страдают от голода и болезней. В этих ящиках еда, лекарства и оружие. Мы заберем их сейчас. Мы ведь не можем каждый день так близко подходить к стенам Вызимы. Я догадываюсь, к чему ты клонишь. Правильно догадываешься. У нас нет выбора, но у тебя есть. Да забирай. Хорошо, забирайте товар. Мы тебе заплатим, мы ведь не преступники. У нас есть немного золота, шкуры, трав. Мне хватит и золота. Держи золото. Самое необходимое мы заберем сейчас, а за остальным вернемся позже. Утопцы больше тебя не побеспокоят. Вафейл, Вадхерн. Прощай. А где-то кто-то еще должен быть? Все. Пойдем сообщать. А мы расправились со всеми. Сохранение игры. Спит, падла. Видим. Я убил утопцев. А еще я встретил эльфов. Эльфов? Не знаю никаких эльфов. Они ждали тебя. Кто они? Скоя Таэли, или по-нашему белки. Юные борцы за свободу нелюдей. За содействие им тут же отправляют на виселицу. Сдашь меня, будешь болтаться со мной рядом. Я буду хранить молчание. Но если это так опасно, почему ты с ними связался? Ну, надо же вопрос. Как-то зарабатывать на хлеб. Как бы то ни было, свою работу я сделал. Значит, мой товар в безопасности. Я недооценил тебя, ведьмак.
Кстати, а что стало с теми эльфами? Мы с ними немного поболтали. Они сказали, что вернутся за товаром со всем своим отрядом. Хм, со всем отрядом? Для них небезопасно приближаться к Вызиме. Если бы кто-нибудь сообщил об этом куда следует. Что ты хочешь этим сказать? За голову каждого Скоя Таэля дают приличную сумму, ведьмак. Но лучше забудь все, что ты здесь слышал. Меня это не касается. Мне нужны мои деньги. Или скажи мне саламандра. Держи золото. Саламандры? Они собирают дань жителей деревни. Посмеешь ослушаться, перережут глотку или подожгут дом. Где мне их найти? Спроси у преподобного. Он сам решит, что тебе стоит знать. Лично я бы не возражал, если бы ты с ними разобрался. Прощай. Вот и все. У твоего огня мне не посидеть. Давай, собирай. Тут еще кто-то. Что это такое-то? Набор игральных костей. Этих воров, что ли, бандитов загасили. Давай. Вот так. Где тут медитировать? А. Подожди. Так, масло от призраков взять. Или от падальщиков. Ну давай от падальщиков пока. Ну и медитация. А то у меня подпадочков не помню, было, нет. Мне кошку надо, это в глаз кошки. Было бы неплохо. О, это фей. Подождите, подождите. Папа купит мне новую куклу. Кто-то тебя напустил на Од? Я знала, что такие будут. А тут я не понимаю, что это. Кончают. Карточки. Дневник персонажей. Так, глоссарий, обучение, задание. Пока идем по направляющим, все нормально. Говори быстро! Чудищ, преследовавших Ода и Харена, больше нет. Для Микулы я очистил склеп от гулей. Должен признать, я впечатлен. Может быть, тебе удастся одолеть и саламандр. Чтобы одолеть их, мне нужно сначала узнать, где они прячутся. Я не скажу тебе ничего, пока ты не справишься со зверем, ведьмак. Таково мое условие. Я сделал все, о чем ты просил. Где находится логово саламандр? Ты прибыл вовремя. Иди в трактир. Там обустроились несколько бандитов из саламандр. Они прячутся в старом доме трактирщика. У Олафа будет ключ. И ведьмак. Да? Ничего. Да осветит твою душу вечный огонь. Лучше пусть все сидят по домам. Я не хочу, чтобы пострадали случайные прохожие. Старый трактир.
Ну пойдем, трактир-то там только один был. Так. Моя внучка погибла. Моя бедная внученька. Заперта. Там вообще-то внучка-то и бегала. А вот это запертая дверь. Ну ладно. Глюкнула. Подзависла. А, так они уже все по домам попрятались. А я хотел цветочек подарить на интим. Ну ладно. Вот это старый трактир, что ли? Эй, друг, а дань кто будет платить? Какую дань? Грег, слыхал? Он говорит, какую дань? Да детей же, идиотина. Дайте мне пройти. Ну уж нет. Плати дань, тогда пройдешь. В таком случае поговорим иначе. Ты труп. Хочу вот этим. Вот и все. Закрыть. Закрыть. Убежище саламандр. Тебя выпотрошу. Прекрасно. Так. Огонь использует. Ага, так. Так. А вот этот топорик я хотел бы посмотреть, где он. Где-то топор был. Люк. Хм, знакомые ящики. Так этот ублюдок торгует с саламандрами. Заперто. Так, стальной меч, стальной меч. Вот этот топор. Нет, не тот там. Маленький топор, ладно. Заперто, значит, ключ там возьмем. Здесь-то никого нет, заброшенная хижина.
изъеденный труп. Вернемся потом сюда. Так, что у нас здесь по карте? Это где мы? Вот здесь. Кто-то где-то что-то там булькал. Так, ловчий, но он только за демонами гораст. Пойдем в трактир. Блин, надо поговорить с ним-то. Нету никого. Настолько никого нету. Нет, оставь меня в покое. У, голубка наша, проворкуй нам другую песенку. Убери от меня руки, болван. Да, она храбрая, это здорово. А давай сделаем то же, что и с Микулой. Помнишь его девочку, Ильзу? Отличная была, наверещала-то как, а? А это кто? Ты тоже новенький? Он тебе, небось, тоже сказал ждать здесь. Ну, давай развлечемся с этой цыпочкой, пока начальник за нами не прислал кого. Так уж вышло, что эта дама под моей защитой. Поэтому никто из вас не тронет ее. Вот значит как. Мы решили повеселиться, и никто нас не остановит. Даже так? Я тебя убью, блин! Твою мать! Убей, как собака! Давай! Ну, я расправился со всеми. Ты как? Девица-красавица. Геральт, ты появился как раз вовремя. Ты в порядке? Теперь да. Они застали меня врасплох, и я не успела убежать, как остальные. Они убили трактирщика. Больше они уже никому не повредят. У тебя быстрый меч. Я отправляюсь в Изиму, надеюсь, мы встретимся там снова. Встретимся. Я тебя провожу. Эти дороги опасны. Не беспокойся обо мне, когда саламандры бегают на воле. Я подожду тебя здесь. И когда ты надерешь им задницы, добавь еще разок покрепче за меня. Конечно. Угу. Я вернусь за тобой. С удовольствием добавлю. Я буду здесь. Корчмарь. Надо проверить, что в карманах. Конечно. Всех обшмонаю. Время такое. Тяжелая палица. Чё, настолько хреновые вы, что ли? Неудачники. Мертвый трактирщик. Так. Угу. Ладно. Я подожду тебя здесь. Иди. Жди, правильно делаешь. Где вот они все? Попрятались. Пойду люк тут вышибать. Блин. Этот убийца брата по-любому. Тот торгует слева это со всеми, кем только можно. С ополченцами, с предателями, с убийцами, ворами там. Господи. Давай.
Так, и вот мы прибежали. А дальше у нас что? Пещера. Так, сохраняем игру. Это мы удалим. 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 А вот сюда перезапишем. Давай. Пещера. Без лестницы мне туда не забраться. Надо искать другой выход. Главарь Саламандры. Ну давай, что ты мне расскажешь. Надо что-то сделать. Я давно тебя жду. Деревенский живодер из службы очистки. Твоим людям пришлось пострадать перед смертью. У тебя есть кое-что, принадлежащее мне. Неправда. Ты же, как и твой предшественник, работаешь на убийц и насильников. С чего ты взял? Ангар. Этот болван сбежал. Но во время нашей короткой встречи он был более разговорчив, чем ты. Неудивительно. Азар Явет может быть очень убедительным. Кто такой Азар Явет? Он самый главный. И он могучий маг. Не чита тебе. Ух ты, как заговорил. Храбрости тебе не занимать, ведьмачок. Посмотрим, как ты запоешь, когда Азар до тебя доберется. Убийцы? Ода. Это вшивота деревенская. Пришел сюда, чтобы научиться убивать воинов. Мы ему сказали, что такому жалкому пьянице, как он, остается только мечтать о бое с настоящим воином. Хватит болтать, пора переходить к делу. Стой! У нас нет того, что ты ищешь. Здесь ничего нет. Где ты есть? Они отправили все прямо на нашу базу в Изиме. Тебе же хуже. А теперь потанцуем! Все вместе к нему! Умри, дерьмоед! Ой-ой-ой! Давай! Давай! Вот и все. Дерьмоед. Отлично, ты с мечом управляешься. Альвин, а ты как здесь оказался? Преподобный отправил меня в заброшенный дом. Сказал, меня там будут ждать. Ах, он, ну Я рад, что с тобой все в порядке. Я слышал, как они говорили, что нас отведут в Изиму. В Изиму. Именно туда я и отправлюсь на поиски Саламандры. Дети, идите за мной. Надо выбираться из этой пещеры. А вот трупы здесь обыскать? Стена, похоже, тонкая. Можно попытаться ее сломать. Попробуем. Это что? Книга Филина? Так, что у нас цыпленок? Смотрим. Серебряный синтарион. Ценный предмет, который можно продать или кому-то подарить. Пошел отсюда. Все, теперь мы тебя выучили. Что еще есть? Вон дуб. Камень. Так, нахрен отсюда. Это мой камень. Так. Вот так. Чего так? Тут какой-то ящик. Это что? Книга Филина? Ну мы, по-моему, читали ее уже.
Так. Да, это мы прошли. Котел, ребенок. Что есть? Пробиваемся. Абигейл. Подожди. Ты-то как здесь оказалась? Зачем ты здесь, ведьмак? Чем занимаешься, ведьма? Колдую. А что? Слишком много дыма и вони от твоего колдовства. Сильные ингредиенты нужны для могущественных заклинаний. Достаточно могущественных для целой деревни. Для чего? Выгляни на улицу. Видишь разъяренную толпу с факелами? Они пришли за мной. «Жечь ведьму!» — кричат они. «Она вызвала зверя!» Я вынуждена защищаться. Надо тебе уходить просто. Люди сами вызвали зверя своей безнравственностью. Меня это не удивляет. Микула, благородный стражник у ворот, он изнасиловал девушку по имени Ильза. Она покончила с собой. Ты продала ей яд. Пьяница Ода убил собственного брата из-за денег. Преподобный выгнал свою дочь, когда она забеременела. Теперь она торгует с собой в Изиме. Харин выдал стражникам белку за горсть золотых. Ты знала обо всем этом и ничего не сделала. А что она сделает-то? С какой стати мне что-то делать? Они мои клиенты. Они отдают свое золото за яды, приворотные зелья и прочие снадобья. Не мое дело, как они их используют. Теперь понятно, почему зверь охотится за вами. Я должен разоблачить виновных. Оставайся здесь, я поговорю с ними на улице. Геральт! Не позволяй им причинить мне вред. Если бы ты знал меня ближе, да ты я бы тебя понял, и не обвиняю. Что мои грехи не так велики, как они говорят. Я говорю, брата убил, ты изнасиловал девушку. Хочешь. Мы здесь одни, вот такая. И у нас масса времени. Твоя красота бросается в глаза, Абигейл. Я бы с радостью узнал тебя поближе. Ух ты, какая ведьма. А где-то эти карточки же должны находиться у меня. Видимо, в начале игры где-то посмотреть надо. Они, конечно, ничего не дают, как я понимаю. Не. Выход. Сохранение игры. Сжечь любовницу дьявола! Пусть сдохнет в мучениях, сука! Мы знаем, что ведьма прячется внутри. Выводи ее, пусть вечный огонь поглотит ее грешное тело, и мы избавимся от зверя. Не так быстро. Мы должны судить ее по справедливости. Эта сука разрушила мою жизнь, требовала золота, а потом грозила проклясть меня. Она заколдовала моего брата. Она хотела забрать его вместе со всем его золотом. Мой брат отверг ее, и тогда она его убила. Она заколдовала меня дьявольским колдовством, подчинила себе мои руки и убила его. О, мерзость! О, коварство! Я нашел в ее хижине куклу, похожую на тебя. Мне до сих пор это снится. Мой брат работал в поле. О, ужас! Ее колдовство сотворило убийство! Твой брат был воином, а ты просто пьяница. Как ты смог убить его, если только не во сне? Твой брат был воином, а ты просто пьяница. Как бы ты смог убить его, если только не во сне? Зачем ты слушаешь его, преподобный? Он мутант, выродок, ведьмак! Каковы твои обвинения, Харен? Он может спасти нас от заклятий ведьмы.
Она меня сделала говенкаром. Она обещала отдаться мне, если я помогу с Коэтаэлем. Я ненавижу нелюдей, но я торговал с ними. И нажил отличную прибыль. Золото — это еще не все. Есть еще принцип. Ага, значит, она отдаться хотела. Вот так вот вы все европейцы. Ты торгуешь с бандитами, которые крадут детей. Я не верю ни одному слову из того, что ты говоришь. Ты принял решение, ведьмак? Что ты думаешь, преподобный? Ведьма использовала Одо и Харина для своих черных дел. Она отравила Ильзу. А что ты брешешь? Микула изнасиловал Ильзу, которая затем покончила с собой. Абигайл не одна из нас. Она должна была убраться отсюда давным-давно. Но она предпочла остаться, чтобы отомстить нам за свою чуждость, за злую судьбу, которая постигла ее. Она использовала свои дьявольские чары, чтобы подчинить себе этих простых людей. Она призвала зверя. Где доказательства? Вот в чем правда. Нахрен там. Заткнись, ублюдок. Вот так вот. Ты привел эту свору подлецов, а значит, ты не мог не знать, что они продают детей саламандрам. Знал про убийство и изнасилование. Плевал я на тебя. Вы здесь все одинаково виновны. Ты об этом пожалеешь. Давай, хрен. Я забираю Абигайл. Расходитесь по домам. От зари времен женщина — корень всякого лиха. Это орудие хаоса строит козни против рода людского. Женщина влекома лишь похотью. Ради своих влечений, противных природе, она они демонам охотно служит. И похотью-то там отдаться тебе должны отдаться. Только об этом и говоришь. Сжечь грязную ведьму! Никто никого не сожжет. Люди, они ничего не сделают, пока мы вместе. Разве? Пшел вон, ведьмак. Оставь ведьму. А ты попробуй, кмет. Пошел черт прочь, мразь. Вот так. У вас два варианта. Ждать моего ухода и убить Абигайл. Но я вернусь. Я вырежу тут все, что движется. Каждого вшивого кмета. Или попробуйте жить достойно, в согласии с совестью. Выбирайте. Нападайте, давайте. Я буду защищаться. Спасибо, Геральт. Идем. Займемся зверем. Ух ты, я ее увел. Сейчас появится. Еще разок. И еще разок. Подожди. Ни хрена ты меня загасил. Так, где у меня автосохранение?
Ну-ка, давай-ка. Даже бутылки не успел выпить. От зари времен женщина! Давай. Так. Где мне тут надо выпить? Я один хрен помер, ладно. Блин. Сжечь любовь. Пусть сдохнет в муче. Я нашел. Не. Твой сгоин. Золото. Ты что? Мику. Ты. Я забер. Так. Где у меня масло от падальщиков? И мне надо еще так помазать. Где? Где ты? Смазка для клинка. Масло от призраков. Масло от призраков. Давай еще раз. Да, твою мать. Почти получилось. Я, блин, охренеть, вот так вот каждый раз, что ли, блин. Не это она мой брат. Я наш твой брат. Ты пришли. Заткты. Я забираю Абигайл. Так, подожди, где масло от призраков было только что?
поздно. Подожди, Ласточкина. Давай. Не дай чего. Хренакай. Вот так. Захренакал. Ух, ни хрена себе. Это была твоя последняя ошибка. Должно быть, ты измучен битвой со зверем. Нужно прекратить твои страдания. Умри, проклятый мутант! На вас двоих у меня хватит сил. Фома! Навилы его! Ну давай. Вот и в тебя-то любой сильный подойдет. Ведьма умерла, жаль. Не успел ее спасти. А, нет, смотрите-ка, жива ведьма-то. Благодарю тебя, Геральт. Что бы со мной стало, если бы не ты? Я искренне рада, что ты мне поверил. Кем бы я был, если бы я кем тебе бы не... я был, если бы я тебе не поверил. Спасибо, дорогой. Прощай. Ну, конечно, беги, солнышко. Секира. А я же какой-то хотел этот сделать. Точно, против пса-призрака друг надо было делать. И у меня получается, вот он, документ, да, ордер на арест, пропуск. Так. Мне надо... вернуться кое-куда. Это я не понял, это где я? Там же меня ждали. Главный ловчий. Что ты мне скажешь? Привет. Прощай. Блин, главный ловчий сам ни хрена еще никого не поймал, пока я за тебя работаю делаю.
вернемся в таверну, посмотрим, что там. Нет. Блин, все не та дверь, ты ошибаюсь. Сохранение игры. Геральт, с тобой все в порядке? Я так волновалась. Все хорошо. Я расскажу тебе все, что произошло по дороге в Вызиму. В этой деревне меня больше ничего не держит. Меня тоже. Идем. Надеюсь, мне никогда не придется возвращаться. Не могу поверить, как невообразимо много подлецов тут живет. Времена нынче нелегкие, Геральт. Войны, чума. Я знаю. И все равно их низость поразительна. Знаешь, откуда появился зверь? Нет. Они сами, того не ведая, создали его своими преступлениями. Подозреваю, что и могущественный колдун не справился бы лучше. И все, что им понадобилось, была ненависть, подлость, алчность и заносчивость. Звучит похоже на волшебную сказку. В каждой сказке есть доля правды. Пойдем. Вызима ждет нас. Пока мы пройдем через ведьму, хочу посмотреть, что с ней стало. Дороги теперь безопасны. Так, у меня что с камнем-то? Синие есть. Два красных. Еще желтый должен быть. Я соберу свои вещи и покину этот проклятый город. Все, с ней все нормально. Так, так, так. Кстати, стражника-то я что-то не видел среди них. Пошли. Убил я его или нет? Который насильник был. Ты чё так медленно бежишь? Тот дом, смотри, как я спалил. А эти-то трупы-то откуда? Что за хрена кого-то всю деревню-то? Я же их не трогал. Охренеть. А тут где-то девица красавица была еще. Которая цветочки дарил. На вилы его, да, значит? Давай, беги. Тебе что-то от них надо?
Пойдем, Шани, Шами. Двери часовни. Сейчас-то некому у тебя закрывать, да? Зверь был уничтожен мной. Как сохранить? Городской стражник. Ворота закрыты до особого распоряжения. Мне карантин слишком мало платят за такую работу. Микулов впускает членов ордена из тех, у кого есть грамоты. Ну-ка. Геральт, поговори со стражником. Нам надо убираться отсюда. Геральт, поговори со стражником. Нам надо убираться отсюда. Так. Пропуск. А, его надо было прочитать. Ни нахрена столько наборов игральных костей тут. Ворота закрыты до особого распоряжения. Проход воспрещен. Карантин в городе. Если у тебя есть грамота, найди Микулу. Микулу, а где мне его искать? Ну-ка, давай-ка я схожу на тот мост. Если его там нету, то... Значит... Хотя нет, кто он там будет? Вон там он, скорее всего. Да. Спрячьте свой меч. За мельницу пойдем. Там еще были ворота. Найди Микулу. Насильника этого. Да я уж понял, что туда. Вот так вот нахрен. Он строит замков с воротинами. Поговори со стражником. Нам надо убираться отсюда. За этими воротами Вызим. Я надеюсь, сюда мы больше никогда не вернемся. Я тоже. Зверь мертв. Саламандры мертвы. И крестьяне заодно. Очень смешно. Мой пропуск должен убедить Микулу впустить нас. Пошли. Идем. Так. У меня есть пропуск. Впусти меня в Вызиму. Я хочу сказать, я... Мне... Вот... Извинись перед Ильзой. Милздар, сержант! Тот ведьмак! Я о нем говорил! Что, меня арестовать хотите? Кто у нас здесь? Это он нам нужен? Да, милздарь сержант. Ведьмак, грязный выродок. Богохульник и фальсификатор. Он спрашивал, кого опускают в город. Потом пришел с этим пропуском от ордена. Он рыцарь ордена? Тогда я принцесса Анда. Охренеть, блин. Ты что, меня в тюрьму?
За что? Глава 2. Ну, видимо, так только и попасть можно было. Блин, сижу за решеткой в темнице сырой. Выпустите меня! Не кормленный нисколько. Я не виновен! Тюремщик, ну хоть переведи! Ну не хочу я с политическими! Можно опаршивить! Я честный вор! Выпустите! Заткни пасть! Я занят! Юс, тише! Хочешь моей смерти? Этот вор мешает! Вот-вот, вор, а сижу с политическими. Заткнись, сказал! Не ори! Или мамой клянусь, я тебе поганый рот заткну! Прелестно, черт побери! Что, не нравится, белый? Нарываешься, что ли? Ну-ка, руки так, чтобы я их видел. И кто такой вообще? Юс, открой камеру. Боишься? Обделался? Покажи, белый, что можешь. Назад. Что за... Ты дерешься или нет? Дебил. Профессор, на выход. Свободен. Ага, профессор, ты тоже здесь. Ирония судьбы. Мы вновь рядом. Так близко и далеко. Не сердись, ведьмак, мы встретимся, верь мне. Вы ошибаетесь, это убийца. Ты не понял законов этого мира. Ты генетически созданный убийца, которому в мире нет места. Но с этим мы разберемся позже. До встречи. Генетика, еще знает, что такое слова-то такие. Буду ждать. Итак. Сохраняем. Ты пробовал эту дрянь, которую они называют ужином? У стен есть. Не уши. Подходи, милздарь. Это Арнольд, моя крыса. Арнольд, политический. Мне что, драться с ним? Я здесь уже третий месяц. Завтра мой большой день. Зачем ты здесь, эльф? Наслаждаюсь последними мгновениями своей жизни. Пытаюсь, по крайней мере. Завтра меня повесят. У меня есть просьба. Говори. Мне всегда нравились игры, а Юс позволил мне взять с собой кости. Если у тебя своих нет, я готов одолжить мой набор. У меня есть кости. Давай. Ну, неплохо, две пары. Один. А, я должен выиграть, что ли? Так, 3, 4, 5, 6. На. Две четверки. Две шестерки. Эй, вы, отребье. Король в своей милости простит того, кто убьет Кокатрикса, живущего в канализации. А как насчет руки принцессы и половины царства в придачу? Остряк. Следи за языком, ведьмак. Политические шутки тебя до добра не доведут. Я убью этого монстра. Слишком поздно. У нас уже есть другой доброволец. И кто же это? Как мне вас убедить, что моя кандидатура лучше? Вон тот урод в углу утверждает, что убьет Кокатрикса голыми руками. Какой?
Угу. Этот здоровяк? Вы шутите. Ведьмак, у меня в подземелье у всех равные права, даже у дураков. Тебе нужна свобода? Сражайся за нее. Тот, кто выиграет, пойдет убивать Кокатрикса. Да как два пальца. Ой, так и отправьте его, пусть его сожрут. Что-то с этим надо делать. Подходи. Я набью тебе морду, а потом вспорю брюхо этой ящерицы и стану... Что ж... Пришла твоя смерть. Да тихо ты. Я тебя убью, ублюдок. Пришла твоя смерть. Да что ты отпрыгиваешь, что от него бей? Отбил. Ну, дальше-то. Ах ты собачий сын. Если бы не твоя магия, ты бы ни за что меня не победил. Я спас тебе жизнь. С кокатриксами шутки плохи. Хватит умничать. В следующий раз тебе не победить. Магия, это какая магия, нахуй, дебил. Великий побег. Мне всегда нравились игры. Не буду. Что там? Поздравляем. Ты выиграл право убить монстров канализации. Я почти горжусь этим правом. Ну что, будешь убивать монстра или тут стоять? Мне нужно оружие. Какое приятное совпадение. Мы как раз недавно конфисковали ведьмачий меч. Меч ведьмака? Где? На мосту. Не твое дело. Юс, принеси мне этот серебряный меч. Ого. Тот, который мы нашли у скупщика Талера. Да, придурок, именно тот. Я могу его взять? Возьмешь его у Юза, потом заберешь свои вещи из хранилища. Если, конечно, у тебя будет потом. Ладно. За голову монстра плачу дополнительно. Хорошо бы неповрежденную. Посмотрим, что я смогу сделать. Ну давай, выходим. У Юза, значит, взять. Мой меч. Где же он? Быстрее, у меня мало времени. Ах да, есть. Мы также конфисковали пару эликсиров. Я уверен, ты знаешь, как ими пользоваться. Удачи тебе. Как только выполнишь задание, забери свои вещи из хранилища за решеткой. Обязательно. А потом я найду профессора. Глупо. Профессор как заговоренный. Его ничто не берет. И он занимается мокрой работой. Куда важнее тот, кто его контролирует. Если хочешь сделать все правильно, разберись с боссом. Хотя я сомневаюсь, что тебе это удастся. Их главарь большая шишка. У него есть вязы. В смысле, у него есть связи? Если так, я его найду. Вязы, ага. У него есть вязы, дебил. Только сначала тебе придется пережить встречу с Кокатриксом. Смотри за моими вещами. Я скоро вернусь, и я хочу, чтобы все было на месте. Давай. С Кокатриксом я посмотри сначала, что он ты мне дал. Поедает. Ох. Еще смотрит. Так.
Что у нас тут? Так. Кошка. Так, пурга. Две кошки и пурга. Еще одна. Филин. Ладно. Заперто. Ух ты. Стражник. Что ты за существо? А, ведьмак. Именно. Белые волосы, вертикальные зрачки. Очевидные признаки мутаций. Прости, но я не хотел бы раздеваться и предпочел бы избежать демонстрации своих анатомических особенностей. Прости меня, незнакомец. Я не хотел тебя оскорбить. Я никогда раньше не видел таких, как ты. Я Зигфрид, рыцарь Ордена Пылающей Розы. Я Геральт, ведьмак, как ты уже заметил. Рад знакомству. Я слышал много похвал в адрес боевых умений ведьмаков. Если ты не против, я бы прекратил болтовню. У меня есть здесь работа, и я хочу сделать ее быстро. Ты охотишься на Кокатрикса? Я здесь по той же причине. Давай поговорим. Да, Геральт. Так, ты пришел за Кокатриксом, думаешь, сможешь убить его? Давай. Что ты знаешь о Кокатриксах? Кокатриксах поподробнее. Кокатриксы, также известные как скуфины, это вид орнитозавров. Они огромные, в два раза больше обычной крупной птицы. Будучи связующим звеном между рептилией и птицей, они напоминают петухов. Откуда их народное наименование? Любопытно. Продолжай. Кокатриксов часто путают с василисками, но это два разных вида. Вопреки общепринятому убеждению, взгляд кокатрикса не превращает людей в камень, но нужно бояться его клюва. Этим клювом он может разрывать жизненно важные органы врага с точностью хирурга. Зачастую жертва погибает мгновенно, особенно если Кокатриксу удалось подкрасться сзади. Что ты думаешь по поводу убийства этой твари? Кокатрикс — это опасный противник. Тебе нужно быть отличным мечником. Если у тебя нет серебряного меча, дело становится еще тяжелее. Что еще? Как всегда, нужно быть настороже. Скофин любит нападать сзади. Какие алхимические ингредиенты можно получить из Кокатрикса? Хотя его глаза и не могут превращать людей в камень, они довольно универсальный компонент и очень дорогой. Я слыхал, что перья с его хвоста еще дороже. Впечатляющие познания. Признаюсь, что мои познания о чудовищах ограничиваются кокатриксами. Мой покойный отец, Эйк из Денеследа, упокоится он с миром и оставил мне гравюру с этим зверем. Было еще много гравюр, но все они погибли в животе у мантикоры. Сохранился только образ Скофина. Мои соболезнования. Ты на мантикору охотился? Нет, я был в то время в отлучке. Когда я вернулся, то узнал, что мой отец, несмотря на увечья, решил сразиться с мантикорой. Он попросил привязать его к коню, а затем с молитвой на устах атаковал чудовище. Как ты понимаешь, там он и встретил свою трагическую кончину. Когда я добрался до места их боя, чудовище мучилось от ужасной боли и было при смерти. Мантикора не смогла извлечь моего отца из его доспеха и проглотила практически целиком. Потом уже начали говорить, что священный пламень души Эйка сжег сердце зверя. Воистину героическая смерть. Да почиет он в мире. Подавилась, короче. Пришел за Кокатриксом. Думаешь, сможешь убить его? Священное пламя осветит мой путь. Что подтолкнуло рыцаря Пылающей Розы спуститься в канализацию за чудовищем? Эта тварь угрожает городу и потому должна быть уничтожена. Орден уже давно сражается с чудовищами. Идеалист. Довольно... Делаете работу ведьмаков. Честно говоря, вы, ведьмаки, реликт. Сколько вас осталось? Пара, дюжина? Вы нам не конкуренты. К тому же Орден не взимает платы за то, что защищает людей от опасности. Я так полагаю, что феи скинулись на ваши сверкающие доспехи и укрепленные замки. У меня нет желания спорить. Мы оба здесь. Нет смысла ждать своей очереди, особенно если учесть, что утопцы тоже здесь. Давай объединим силы. Я жажду увидеть твои боевые навыки в действии. И уверяю тебя, меч ношу не для красоты. Договорились. Веди, ведьмак. Всегда старайтесь использовать серебряные мечи в схватках с магическими тварями.
На. Еще разок. Всегда сны пылающей розе. Ну давай, залазь. Что будешь делать? Сил наберусь. Заперто. Сюда. Костер бесплатный. Так. Давай. Ты уж не обессудь, но я тут полазаю. Так. Это что, у нас самое продвинутое 10%? Ну-ка, вот так я вообще его... Ага. Убил. На. Спокойно. Ну давай, 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 бери. Так мне будет с факелом бегать. Заперт. Труп рыцаря. Ну-ка, минутку. Ржавый ключ с изображением львиноголового паука. Эрик даже не под пытками святого выдал нам лишь самую общую информацию. Мы знаем, что адепт львиного паука встречается в одном из подземных канализаций.
Понятненько. Пойдем. Это у нас карта. Опа. Вон он, мотылек. Так, надо сохранить. Я возьму. То есть я взять это, что такое драгоценный камень. Кокатрикс мертв. Теперь давай выйдем на поверхность. Не думаю, что я могу вернуться тем же путем, которым пришел. Идем, я провожу тебя к выходу. Ладно, хотя вся эта мерзость сильно пахнет. Подожди. Мне бродить, как я понимаю, придется. Так, это я. Это кто? Место силы. Выход в храм. Выход в склеп культистов. Ух ты. Ага. Где у нас там факел? Давай, я уже давно прибежал. Лази тут среди дерьма с тобой. Дверь у меня за спиной ведет в город. Здесь наши пути расходятся, но... Но? В чем дело? Странно, я слышу шаги. Мало кто решится бродить здесь. Ну давай. И еще. Вот так. Расскажи мне. Твои друзья? Мои. Можно и так сказать. Бандиты со знаком Саламандры беспокоят меня уже какое-то время. Любопытно. Кто мог знать, что ты будешь в канализации? Кто мог послать этих бандитов? Начальник твой. Только капитан стражи, который арестовал меня. Один надзиратель в тюрьме и другие заключенные. Я убил Кокатрикса в обмен на свободу. Думаю, если ты будешь искать предводителя этих бандитов, то у тебя получится целый список подозреваемых. Знаешь что? У меня в Изиме есть знакомый детектив. Пойди к нему и расскажи свое дело.
Хорошо. Неплохая мысль. Может, профессионал и сможет помочь. А куда ты направляешься? У меня есть дела в обители Ордена. Потом я отправлюсь на охоту на тварей, поскольку мир все еще полон чудовищ. Ты отлично справился, Зигфрид. Рад нашему знакомству. Убить чудовище было легко, ведь на моей стороне сражался ведьмак. Ну, тоже верно. Давай выбираться отсюда. Давай, вот ключ от прохода, который ведет в город. Несколько дней назад я запер дверь, чтобы Кокатрикс не сбежал. Спасибо. Я бы предпочел не возвращаться тем путем, которым пришел сюда. Мы можем снова встретиться, если ты еще когда-нибудь спустишься в канализацию. Иногда я сам прихожу сюда в поисках чудовищ. А, твоя священная миссия защиты рода человеческого. Это излишний сарказм. Мы на одной стороне, ведьмак. Когда-нибудь ты это поймешь. Увидимся, Зигфрид. Благодарю тебя. Мы еще встретимся. Если... Так, а где этот меч-то? Блин, хоть меч забрал. Ну, храмовый квартал. Храмовый квартал Вузима. Неплохая перемена по сравнению с канализацией. База Саламандры должна быть где-то здесь. Где-то тут. О, складывать можно. Это там где-то. На улицах города. Частный детектив, о котором упоминал Зигфрид. Неплохо. Он может быть полезен. Надо же с чего-то начинать поиски. Ну, давай. Сохранение игры. Путеводитель по Визиме. Трофа, за которую можно выучить немалую сумму. Понятно. Нет. Отбираем. Неплохо живешь. Ну-ну. И кто у нас тут? Я Геральт из Ривии. Воин, равных которому нет. Легенды опережают тебя. Чем я могу помочь? Мне нужна информация. Я пришел по правильному адресу. Хороший вопрос. Раньше я работал на адвокатов Кадрингера и Фенна. Доволен? Эти имена мне ничего не говорят, но будем считать это за рекомендацию. Ты профессионал. Ты должен понимать, что у информации есть своя цена. Есть, есть. Я заплачу. Внимательно тебя слушаю, Бел. Меня интересуют люди со значками в виде саламандры. Да, я знаю кое-что про этих ребят. Но прежде чем я продолжу, мне хотелось бы знать... Почему меня это интересует? Азар Евет, тебе это имя что-нибудь говорит? Я его уже слышал. Скажем так, у моего башмака запланировано свидание с его задницей. Обычно я продаю информацию, но тебе я расскажу кое-что бесплатно. Я уже некоторое время работаю над делом Саламандр. У меня есть кое-какая информация. Продолжай.
Возглавляет их Азар Явед, зириканский колдун. Он очень опасный противник, мне никак до него не добраться. У него связи и ресурсы, позволяющие влиять на ситуацию в городе. Знаю я про его способность. Я думаю, они планируют какую-то масштабную операцию, возможно, политическую. Золото им нужно лишь для того, чтобы смазывать колеса. Они проводят генетические эксперименты, опасные. У обычных головорезов нет необходимых знаний и средств для этого. Кто работает на Яведа? Есть мысли? Капитан стражи. Человек, который закрыл расследование и пропадает где-то целыми ночами. Это все? Городская стража задержала человека, у которого есть важная информация. Стражники? Где? В тюрьме? Да, это наш шанс. Найди способ допросить этого пленника. А пока что узнай у стражников все, что сможешь. Нет проблем. Люди очень любят изливать мне... Эта информация может оказаться бесценной. Ты знаешь что-нибудь про пленного Саламандру? Возможно, один из лидеров. Но в этом городе стражники ловят мелюзгу. Крупная рыба не попадает в их сети. Точно мы будем знать, когда ты его допросишь. Посмотрим. Еще одно. Кажется, за тобой следят. Что предлагаешь? Пережди какое-то время здесь. Пусть понер... Удиви того, кто хочет удивить тебя. Я уйду в полночь. Вот так. Ну, в полночь, так в полночь. А ведьмак не спешит. Должно быть, ушел через другой ход. Что ж, неважно. Полагаю, западня расставлена. Конечно. Займись делами в купеческом квартале. Делом займется наш лучший агент. Вот про кого он говорил. На. Ты смеешь бросать вызов Саламандра? Давай-ка. Вот так. А что у меня есть? Пурга, кошка. Ну вот, съем. Так. Стальной, так, меч этот выкинем. Не понимаю, ладно, хрен у тебя. По карте. Нет смысла проклинать, там, кто о! Там в темноте. Там кто-то есть. Дайте мне спокойно, господи, дожить. Ну давай. Сохранить. Посмотрим, что он скажет.
Геральт, рад тебя видеть. Куда направляешься? На дамбу. Проход нет. Капитан велел никого не пускать. Почему? Приказ капитана. Поговори с ним. Господа, разве так обращаются с героями? Это же Геральт, ведьмак, спасший зиму от ужасного Кокатрикса. Герой? Ну, это другое дело. Считайте, что он один из нас. Ну, в таком случае проходите, милсдарь Геральт. Сегодня в таверне мы выпьем за ваше здоровье. Благодарю, Зигфрид. Так. В каналах меня ждал сюрприз. Рыцарь пылающей розы. С головы до пят погруженный в вонючее месиво. Человечище. Я из принципа работаю один, но не мог упустить случай увидеть рыцаря ордена в деле. Должен признать, что для человека у него получилось неплохо. Кроме того, он выразил благодарность. Да, не такое говно, как остальные-то люди оказался. Как я понимаю, я верным путем иду. Так, давайте-ка я карту приоткрою еще поболее. Так. Сыщик. Так. Там за углом, там кто-то есть. Господи, наверное, опять эти чудовища. В этом районе обитают представители старшего народа. Ремесленники, краснолюды и художники-эльфы. Ты дерьмоед. Давай. Понимаю, они вас тоже достали. Так, ты мне-то что, помогаешь? Если поймаю тех гадов, которые на нас по ночам нападают, ноги из задницы. Дверь, дом в кузнецах. Ой-ой-ой. Ночь на дворе. Никто по ночам не работает. Утром приходи. Да, я буду утром перейти. До утра еще дожить надо. Так, ладно. Что у меня там есть? Заброшенный дом. А что в этом заброшенном доме есть? Блин. Ни хрена-то в нем нету. Печально, печально, конечно, что ни хрена нету. Thank you.
Так, здесь я пробую. Дом Краснобюль, да? Дом Краснобюль, да? В этом городе мой лучший друг водка. Эйнштейн, мастер алхимии, требуется так. Дверь в дом Вивальди. Понятненько. Что? Привет тебе, краснолюд. Сразу краснолюд. Не успел рта раскрыть, и тут же расовая сегрегация. А как мне тебя называть? Да как угодно. Как все в этом проклятом городе. У людей есть все, у нас нет ничего. Начинается определенный. Я не человек. Да? А кто же ты тогда? Ведьмак. Мутант. В таком случае извини. Я принял тебя за очередного вызимского сукина сына. Я Голан Вивальди. Мой кузен из Новиграда, Вимми Вивальди, как-то встретился с одним ведьмаком. Тот, похоже, был специалистом по возврату долгов. Я Геральт. Приятно познакомиться. И я не занимаюсь долгами. Что привело тебя сюда, ведьмак? Как дела? Я сейчас не настроен об этом разговаривать. Как знать. Да уж, свобода выбора. Что у меня осталось? Немногим красно... Что привело тебя сюда? Так. Ну что мне надо-то? Масло от падальщиков, масло от призраков. Ну, давай масло от падальщиков пока. Мало ли. Кто на меня нападет? Что до встречи. Привело меня сюда. Ой, меня его уводит отсюда. Расист! Хочешь поиздеваться? Одна дамочка мне сказала с вами. Мечи у тебя огромные. Так, а что у меня есть? Ты шутишь? Я тебе еще ничего не предложил. Так, минутку. Это что, против нелюдей? Наконец-то хоть один храбрец отклик. Мы снова встретились. Мне снова нужна твоя помощь. На этот раз что? В чем? В этот раз серьезное дело. Я наткнулся на нечто, что может стать сенсацией. Расскажи подробнее. Извини, я задумался. Ты хотел дать мне какую-то работу. Ведьмак, у тебя есть возможность помочь мне завершить дело всей моей жизни. В лесном болоте около старой Вызимы стоит таинственная башня. Допустим. Не продолжай, я знаю эту сказку. Наверху принцесса, внизу дракон. Спасибо, я пас. Пожалуйста, помолчи. Мне очень нужно твое внимание. В легенде говорится, что башню построил маг и алхимик. Никаких принцесс, никаких драконов. А в чем заключается моя работа? Маг умер много веков назад, и про башню давно забыли. Сила, которая заключена в ней, вышла из-под контроля, и теперь она уродует существ, которые подходят к ней слишком близко. Ты, видимо, к башне подходил. Короче говоря, создает монстра. Именно.
Я хочу исследовать этот источник, ведьмак, и написать диссертацию, которая обессмертит мое имя. У меня появится доступ к секретам, которые долгие годы хранились в этой башне. Ладно, но мне кажется, выполнить это задание будет сложнее. Посмотрим, если бы задание было простым, я не стал бы тратить время и деньги на ведьмака. Разумеется, попасть в лабораторию. Понятно. Рассказы старых людей и болотных жителей, легенды. Какие-нибудь названия. Ну, нам совершенно точно понадобится врата тайны Рансанта Альвара и старый алхимический тракт. Я знаю об одном экземпляре врат тайны. Его владельцем был какой-то краснолюд. Вторая книга, при случае ты сможешь испробовать мое последнее изобретение. Кристалл, который связан с местами силы и моей лабораторией. Он позволит тебе телепортироваться, расщепляя твое тело на миллиарды частиц, которые переносятся с места на место вне мировой линии в пространстве времени. Его я использую в местах силы, этого достаточно. И он перенесет меня в твою лабораторию. Я очень на это надеюсь. Понятно. Может, Рубедо лучше? А корзина. Здесь у нас что? Блин. Ой, вот он второй попался. Выход. Чего тебе здесь надо, чё? Я осматриваю окрестности. С кем тут имеет смысл поговорить? С Вивальди. Но я не думаю, что он будет с тобой разговаривать. Почему? Вивальди ненавидит людей и этот город. Как интересно, мы должны научиться терпеть их. Ты себе даже не представляешь, что натворил. Не терпит нас. Проклятие. Вон! Или я позову босса! Я не знаю, как благодарят принцессы, освобожденные из башни, но обещаю, что ты не разочаруешься. Вот и не разочаруй меня. Я тебя ловлю на слове. Вот еще одну карточку городской жительницы. Та за цветочки давала, а это, блин, ни хрена, столько денег, тебя было 400. Вам нравятся затяжные сражения? Любите решать проблемы одним ударом? Груша была топор Терминатор, вот решение, которое вы так долго искали. На месте Вивальди я сделал бы все, чтобы уничтожить этот город. Так. Ну, можно вперед чуть пройти. Хотел бы я встретить того болвана, который связал сбрасывание змеиной кожи с возрождением, а потом с медициной. Да, а потом еще и чашу с ядом добавили. Шани. Как ты? Чего он хочет? Не стой там с открытым ртом. Шани тут живет. Живет, живет. Тебя из лечебницы прислали. Очень на то похоже. Вид у тебя... Да я из лечебницы. Отойди. Убирайся. Но... Вот тебе и все.
Ладно. Спать хочу. Ну-ну, я знал, что нам понадобится. В чем проблема? Я знаю, кто ты такой. Берегись! Городская стража. Я не потерплю убийств людей в этом городе. Ну, вряд ли ты. Остроумно. Я видел в городе людей со знаками саламандры. Проваливай, ведьмак. Но... Пошел вон! Что тут есть? Есть тут одна таверна. Выгребная яма. Настоящая выгребная яма. Ворота, уличный рынок, лечебница и много уст. Что за так? Кудлатый мишка. Самое злачное место. Лучше, лучше скажи, крысовая пища, чем туда тебе. Самая отборная шваль. Расскажи мне. Что тут скажешь? К Дамбе другие замки, вот эти купеческие ворота. Я отмечу тебе вход. Но тебя не пропустят. Как мне найти торговца? Ищи их возле замковых ворот. Понятно, что мне так. И что это за место? Имени мудреца Лебеды. А теперь то самое чумное место. Самое чумное место. Они там пытаются помогать больным и сжигают грязные тряпки. Кто у нас попадает на плохой счет, тут же отправляет... Туда. Мне пора. В чем? Прощай. Реклама. Так, дочери, шарфы, перчатки, свадебные платья или длинные штаны, швейная мастерская. Как говаривал маршал Раупен. Доска объявлений. Так, срочно требуется умелый мечник, широкий взгляд, обращаться к мастеру алхимии. А ну я уже у него там. К черту все. Безделушки! Чем ты торгуешь? Украшения, дамские... Какой прок от твоего товара? Ну, если тебе самому не нужны украшения, то как же наши милые дамы? Да. Понятно. Так, можно продарить-то. Преступность на взлете... Лучше Я не знаю, откуда идет весь этот расизм. Моя подружка Хельда, она краснолюдка. И она совсем не похожа на то, что говорят про нее. Черные нас не победили. И чума не победит. Не победит. Повсюду коррупция. Я спрашиваю, куда делись закон и порядок? Ты еще рассчитываешь на закон? На порядок? Господи, какой наивный человек. Отдохнуть бы. Ты где вы такие берете столько? Говорят, какой-то ли... В чем дело? Мне нужна информация о башне на болотах. Посмотрим. Врата тайны. Упоминаются разные магические башни. Конкретно об этой башне есть что-нибудь? Да, кажется, ее историю он тоже описывает. В таком случае я ее беру. К сожалению, у меня ее нет. Я годами пытался убедить Галана Вивальди продать мне книгу, но он такой упрямый краснолюд. Знаешь еще что-то? Что-то в голове крутилось. А, наконец вспомнил. Была ей... Слушаю тебя внимательно. Что за книга? Айнс оф Аур. Алхимический трактат гномов. Его трудно найти. Отшельник на болотах может знать. Я не часто встречаю мудрецов-краснолюдов. Я не часто встречаю ведьмаков на ви... Давай. Надо покупить все, по идее, да? Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.